Стас Михайлов рассказал о Вере. Заслуженный артист России в рамках турне побывал в Латвии. В рамках концертного турне по Прибалтике в городе Даугавпилс выступил заслуженный артист России Стас Михайлов. В зале царила очень душевная атмосфера, что и не странно, ведь Стас Михайлов – любимец многих женщин. Это новая программа, которую мы привезли, называется «Тысяча шагов». Мы едем с ней по городам и весим. Во многих уже городах получила жизнь. Эксклюзивно для ТБН после концерта Стас Михайлов ответил на вопрос о том, что значит для него вера. Но вера – это жизнь, это Бог, это небо. Все не имеет смысла, если ты не веришь. Вы знаете, наверное, здесь так скажу, неважно, ну, чтобы не обидеть зрителей другой конфессии, мало ли кто нас слушает, многие новоначальные, то есть они только первые шаги делают. И чтобы у нас как бы от нас не исходило какого-то ханжества, хочу сказать, что страшно, если нету ничего в душе. А вот если тебя беспокоят какие-то мысли, и у тебя есть помыслы, даже пускай они нечисты, но ты в них хочешь покаяться, значит, ты живой. Раз ты борешься с чем-то, ты живой. Специально для ТБН Виктория Спорона и Игорь Оленин. Латвия, Даугавпилс.